Неисправная печь может стать причиной пожара. Сотрудники МЧС напоминают об этом собственникам дачных участков. С началом отопительного сезона, как правило, увеличивается число возгораний в банях и домах, которые отапливаются печками. С начала года в Югре случилось почти 200 подобных пожаров, в результате уничтожены 35 строений. Спасатели напоминают, все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы еще перед началом отопительного сезона. При выборе и установке новой печи необходимо обращать внимание не только на теплоотдачу, но и на ее безопасность.